күнінен күнді көрі әтшілер. Әйге әмчет бейліні көрі ғыт. Ютатчы Леонид Харламбек. Бүгін бейге Сахар Республикатын медицинске кейінігер анестезиология, реаниматология тәрелі біті бейгім бес сылығар аналлақ бейліні бәлімне біт. Онан бұл мен коллега бар Наталья Георгиевна Иванова, анестезиолог, реаниматолог бұрасқы өрдікті кәлін тұрабыт. Наталья Георгиевна, пожалуйста, анестезиология, реаниматология, бегом бесилыгар, бегом бесила тарелибитигар, кандык брастар, бастан сағалабыт тұрын тұрынан кепсенку. Амастан анестезиология анной дуга, алтыне 16 күнігер, тұхынчағы сөз тұрын алтығылақ қағаламыта. Уйлі мұрдыня аттақ стоматолог брас басты кафирный наркоғы бетбет күне анестезиолог күнеде болар. Антон Сахасиргер, 1906-1912 лаққа, бастан травматолог Брас, Роберт Хамитович Бергазов, тен, бәтіне дейдене тігар, екі койкалақ противошоковай палатына аспыта. Эти күн аренестезиология, реаниматология, республика ВТР, үлілен хағалабыта. Роберт Хамитович Бергазов, бәті министерства, егер үрдіғ үшігей чу тречинен биллер ол курдук 1906 агасылакка бастыкы 5 аппаратта союз үрдүнөн диализ аппараттарына биддестерин агылан беге анестезиология реаниматология улуспубутнасы күрдөн бербите онтон бияха республика бутыгар бастыкы барастарына биллерлер Газизова Минур Талиповна Якушев Василий Викторович Аржакова Татьяна Семеновна оны дәлбахтар булады Анатолий Спиридонович Григорьев. Инде курдык чулу барастар бияха, биоспортор илян аспаттар билген даган лидерлер жүгөй турук тахтар дияха. Онна кас бир дилере улхан калаты беге успобот атагар турагар килер дахтар эди. Бүгүнгү анестезиология реаниматология кайда улалири? Тофуна мен коллегам Сүрүн республика быт анестезиолог реаниматолог бараха Алкрет Валентинович Булатов Капсиға кене националай медицина кене кардиоремационна деление хабидесе болар. Алкрет Валентинович берген өлігіджер кере кене кәтті Капсиғатығы. Наталья Георгиевна мақтал Капсиғаның еген баран Алкрет Валентиновичтен білсеққа. Білсеққа. Анестезиология, реаниматология, специального терелебите. Я хочу сказать, что когда специалист, когда студентных ден это бегармытым анестезиология тюр барабанен хирург терапевт полмака именно анестезиология тюр ол сол ден такой да так пона реанимация реаниматолог ну экстремальный энгенде дук саныр этим то хана опын дек пенсеп то не така беге идебит джон жону бүгір, жон үйріні чүстуді даватын қатшер, қатшер бұд, онына осынан кейті нақ боларғыр бігі түтті үлі бүд сығылы құрға. Әлбіт кейіні телінәрі болды. Телінәрі көк бар болды, түхі қаларынан телінәрі қана. Көк барынан телінәрі қаты бұд, телінәрі бүд. Шүйді маменнар балар, қоналтылақты маменнар бар болылар бігі де бітер. Тоны анестезиолог біраз медицинаның барын тұлы ұйықтақ. Оны мәлтөктіне біләк кеге, конечно, үленіне сарбаққа осы болу дегенің. Мәлтөктіне біләк кеге үлені кәйбада болу дегенің. Онты бұл анестезиолог, реаниматолог үлеті стресс, ұлыған стресс. Түйінлері күністері үлі деген, юрстуалы деген, юрстуан кәнді тақалыны сөп күніскі үлі Бігі сәрі ол баққа мен әделені арқылы баранның үлі лейбіт, оның режимінің. То, ұжы үйірінен қалып, төлген ұлғандық ұрғы бапыт, қаста қылып тұқары ұжы оның режимінің ұрттақ бітті.
Эхана арбу анестезиолог, реаниматолог үлеті әркі үлеті дұр, яқтарды көйір үлеті дұр. Қайды тұқ кәрі. Мен санық бар, әркі үлелері орындық кәрінің туалеті қа яқтар бұ еденден үлелері әрі ғырған соғыс. Әдер күргіттар үлелілер, онтан уже үл болан, вот этот джурствовал Ларин уже устугран Ригатарбол. То Вилерин Тухар Вилелевит Бихи учутал Ларгут Баллар. Диара Вока Лохан Биремеле Эреер Болан, но Белен Лере реаниматолог, анестезиолог Улете. Диара Вот Оловер. Найди Болан Центр. Хух, мегидит дим был, батах просто, какие варта клиент был яркий, хух, то вот это как срок иллар, хедре баллар, кинер кадом кумеле хедлер, антон идер иллар, холо вот бедре ролор был, лахтан иелере джухурство был балтрасут, кага бардагано ари ирхан хаус повар. Онна анестезиолог идетінен күніскері үлелігінден сұлып қалып. Мәхәт жүгірістуа. Бұл анестезиолог, реаниматолог үлігіте бігі қалыбыра мен терапевтпін. Бігіні өрхақтыр сен білелілер. Әйгіні болдағына, ханға көрін білсен, ең ұтуян қалап қалыпты. Ол үйін әйгі қадидар күлікке жүргілдік. Hangi öyleler anestezyologlar ondan daha komayıllar bihitni bil brasta gerektir bu bil better ulusa körün kardiyolog körün drobolu spotter o şey kim gini diye niyeti ihtarın söpten onu min sanık par bir hıl bu turuk putten ki hıtı nakhalara gırın çüstüyü davata ol osnovnoy hıl bu hep ki hıtı nakh elbette ulata barta şüge bile hıvın hep min onunla ulağanla komay bop. Ол ата анестезиолог, реаниматолог сылын сетистенен. Аннук. Оны бұл медцентрге, медицинске центрге тұл отделене барта қатшылылап бұл. Етір туғарат ебет, түгеммет кемнерем әме барды. Бұл центр бұтығар қатшылы үшігей. Расходный материал МТОМ Бартабар, руководствону Бартын Көрер Истер, олеген сөпке Бартын Иланихеллер. Олеген тұқты ден, оны етерке омо. Білге 612 жыл, 1962, 613 жыл лағы тәрелі біп олағына. Ол жы методикалар білім балдырды. Бейтер олақ оларыян саңа препараттар, саңа инструменттар, саңа аппараттар тұттылы олдарды? Сылынайы олар ең бара тұрыр. Рас саңы технологиялар, немалар бір-бігі өлеветер кейден елдер. Урут бастан ол эфирный наркоз ден тұрболықтарына чықолы бұр. Оғағана бағарда болын әп, операционайға дәлбетебейді болын әп. Білген барта безопасность өттігер қайыз қалақ. Так, онна наркоз урут болғаны бігі қолығыр қайдақта контролыр кек құтық кей барта косвенна. Олата төгүшкі ұтияғытарынан, қолығыр рефлекстара қайдақтарынан, тыңарду, тыңматту. Онтан білеген саңа методикалар, олата наркоз төгіддеренген даже көддерер мониторындар балылар білеген. Онна әпереге кемегер қан кислородынан насыщенетін көрір монитордар әме балылар. Олы ұрыт бе ұбайдар бұт, әжеддер бұт, ұчуталар бұт, оның қолы түйәнді баттап қатақ болықтақтыр. Барта, оның әмтом әме сылынай ғаңаттан ғаңа безапасынай әмтер кейін әлдер.
газ анестетиктер давалар, внутривенный дарданы сайдатураллар, олеген билеген безопасность түгер. Наука ниндеке баран хер? Наука ниндеке баран хер. Баран хер, ол наука хити хилерес. Хонна туда пащи кирен хеллер. Кирен хеллер. Утё кюн Афанас Семенович? Утё кюн болун. Того бо анестезиолог, реаниматолог идетин талбаканы? Бен медицинская колюшка верна хадям мен ёл бол бутум. Ёл болам барам мен мая кюн кэргэна бутум. Он қасыр біляй мая атық саратим. Кэргэним ағата, ағағынным Прокопий Якович Катакинов. Бу сахагриер улханник билливит анестезиолог, реаниматолог болар. Студийных демон рублимая так как собаки некогда реанимация гадерите, тюнеры вызов торговар сарите, операция ларга судьи гадерите. Огурду гарги я и кулешку верных демон реанимация тонен удивлить халан халта. Антон институт кирем барман бо алта сусатым тухары, юринерым тухары агавутын кттэ демон рублер бер брахани торга каникулы бекин кттэ демон. Тебестен гулели гадерите наркоз, Верхонный реактор, машины ремонтного дома, мне вызов кварти, оттуда дома, мне вызов кварти. Ну, вот полностью втянулся в эту специальность. Ох, как все мягкие. Ох. Афанасий Семенович, и Катринча, у Алтахлака, общество это реденториди, беги, анестезиолог, реаниматолог, брастер, сахарня в этом студере. Алтахлак, пожалуйста, ко всем. И Катринча, у Алтахлака, мусуста, агас кунивер. Беге төт боламыт, муниставмыт, бир саналах жоннор общество тремепит. Александр Филиппович Потапов, беге барсох профессор быт, учутал быт. Иван Степанович, отчелорка кинансы жилок реаниматологаты, белеген главный врагынан оруемулы лидер. Онна Марина Степановна. Белин онкология анестезиолог реаниматологом лидер, он имеет тёт полом термипит. Бастык сыл бы. Бу кенчики кемнерге дорогие да харста булыгар үйрек дүтлүгер улхан улар илар тағастылар. Бастык нам була на браз рут бир сылга би дүйрен реби полана. Белин була на билини ирде билини. Браз сылга постоянный уровень гаджетах. Очно, заочно, онлайн. Тох бар, эти наука сиппить тохтарнан юрагалыхтах. Саха сире улан курдах пути бу регион Нахаулахан территория-то. Аны сайдывит отнём кулаварите Москва, Подмосковье, Ленинград областын кататэнгнян курдах путина. Регион мут на Гавлахам болан, Гавлахатар болан мут. Специалистар БКН Канна Даварин Веремметтер. Улигин, он тут потом бастыгасыл бутин, ону тептитер сылтан бу общество аридывыт. Бу общество болана сылга ортотнан төттен алтадылы конференция умырыр. Научно-практическая конференция. Ол бүгігер арас семинардар умырттырывыт, кафедровыт бәвіт, эме сылга кита юрахытар, онун брастар бут баллы нехтахтар. Онда эти хоту сатар улустар бут брастара, бигиттен ари чугас боланнар онлайн истеннер, онлайн бопруска петтеннер баллы тепстен алса олурухтахтар. Ола ата, у Якутскайга бола турар тох пар конференцины бартын, онлайн улелигденнер курор истер кыттыгаркахтахтар. Вот там все кометные. И кисел бы. Бигилер битнен, бо дороге харсовлер брас улете салтанцелай гарангер. Коннеру бо МТН делат на неработ батах, холовор юридический ланкурдохане. Браска делат угеряхен, браска отбах имчуки ряхене, он то манта. Вот.
Ол он тут потом кумискир хилтан. То есть на бу каники ко мне анестезиолог торга, реаниматолог торга, юрист брастер ребятлер. Колобрыны таханати Виктор Анатольевич Кавинин, Лена Малаяна Алексеева, Михаил Михайлович, Белин юрист пигидер. Гордук вихиха он юрист тахпыт. Бу мантык торбыт кометюне. Вон эти брастер бытыр беге ток берек бутын бағарыр. Юридическа практика. Бәбітін бәбіт көміз көмәтеуі болық бұтына, бейіні кем келін көміз көбай. Ол сылтын. Үхіз сыл бұттен бұл әдір бірастар бұт балылар. Саңа үйрек бұтер бет, институту аңа бұтер бет, саңа интернатура, ардентура бұл бірастар бұт. Бұл балар бұт бұлана ұлуғынан, қоратынан ұғылан қалалар, мұна мұмыт көсоғынан күрдік әделлар. Бұл мандықтар бұтын қомай құтынады. Түрді сыл бұт сұрып күттен бұл бігі білер біт әтер бі күрдік анестезиолог, реаниматолог үлетін ағырыған. Үйетін полностью бұл үлет еранғыр. Ол күнім бұран, бұл ұлан күрдік күтіне Урукку булырғы даны, бұл урукку даны астақтан анестезиологтар бұтын күрдік бөтіне государственный награда тебе біраз бұтылағайық. Қолығыр Саха Хергер бар заслуженный врачи Республики Саха Якутия, заслуженный врачи Российской Федерации. Анестезиолог-реаниматолог үлеті өріқының білебет олығын бартын толы көрір. Олығынен едік награда тебе кебет олағайық. Олеген бұғылтан беге общество тәрінне біт, үлелі біт, икі сыл бұтын бөлі әмітеренері біт. Бұқылы егер, тұғы үлені біттігіті әфтер бағылысты? Антон, бұ общество бұтты тәрекегінен біппет, бұ общество членлерден әрбалдыр. Бұ бүгінгі күнінен ұлан құрдық бөтіне беге общество өтір 6-10 тақсы кей бар член. Бұ донор барты сүйлен көтін үлелен, бұ юбилейні мероприятия өтір білейін кенеге тақсан әрір. Басты көтін ұлған түмек бүтті. Беге бәбіт коллегалар бұтын әдірдерттен күдіғастарға тия түхек аларынан қомы дұбыт. Ол түмегінен ұлған кенеге тақсы ұқтақ. Иткес ұлған сетеге біттен бар маңына 14-15-ке бұ 14-15 октябрьке Улахан осколы болықтах по сердечной легочной реанимации по европейским данным. Бо атынык холовор бо джон үйдөбілінен тақына сердечной легочной реанимацияны холовор икі теге Улаханнык тұтан жарықтамыта. Владимир Александрович Неговской, о Россияға, оны оланы Питер Сафар. Бүкке кеге Улханы директананынар Улханы сколы тәрібіттірі. Ол олыртон Питер Сафарын кені Улханыға атырыр, бұ Европаға, Россия оланы Неговской кені. О Питер Сафар кені білін Европа Улханы директанан сайдан Улатан кенілер бұ Европа дойдылар бір. По сердечной легочной реанимации Улаханды көретелілер. Бұй өрек болуына бір астырдан әрі директанмат, кендереме борысты жаны күтті көретелілер. Беге болуына сыл бұт сұрып бүттен білігін 16-та кейіне 2 группаның нарықсан өретек біт. Бұй өрек төлі бөрдіғ. Бұй өрек түмігінен бұ 16-та кейі. Бұл саха сергер, уже дәріктінен барықтақтыр. Ол сұлтан, жону үйеретен, бірастыры коллегаларын үйеретен, европейска стандарты келдерек тәқпетті. Кейіне тілінің әренемалар бар? Кейіне тілінің әренемалар бар. Ота конференциялар, агентустарынан? 16-ысқы болуына ген анестезиолога. Анда дүрбінен бейі белейтер бірағын өкпіт. Бірастартан самай бастықынан бірағын өкпіттер анестезиологтар болуылар.
Олеген 16 октябрьга улахан конференция болуа. Москва-аттан, Питер-аттан, Новосибирск-аттан улахан атырбыз ученайдар келехтақтыр. Хасырда 10-тан, кеге 6-адылы саналы реанимационной, анестезиолог реанимационной көмені қайдан ұрағанға бейі бірастыр бұтын өртектірі. Ол тас өттігер өсі бейге общество бол батақ, бұл анестезиологты, реаниматологты сылай бірағынетті бұт, ол тас өттігер бейге коллегалар бұтеме бірағынеттар білеттік тақтыр. Афанас Семенович, әні болағына бұтемістеу президенті болаған, үрін кейді болаған, оның ағардыған әтәлкіміз. Бағырым әті коллегалар бар үйіне сайда тұрын тұсылық құтығар жолы сорғыну, онына дөйдігі тұғар, жоңы тұғар, ұлхан көмелі ұрып тұғар. Күнді көрәтшілер, әйгі әмчіт берейінді көрәуіт. Бүгін бұл медицинскай кейінгі кәлін тұрауыт. Анестезиология онна реанимация отделениетін хабедесе Григорьев Геннадий Ивановичка ғадетті біт. Геннадий Иванович, кратце расскажите о своем отделении. Его мощность, его специалисты, какие пациенты обслуживаются. Если есть возможность, то смертность и ваши успехи. Хорошо. Давайте расскажу. Вообще, в 1992 году, благодаря Михаилу Ефимовичу Николаеву с подачи блестящего, выдающегося ученого, сейчас я скажу, иркутский великий ученый, кардиохирург Астафьев Всеволод Иванович, это человек, ну, который смотрел вообще вглубь веков, будем так говорить. Он в 1988 году приехал в Якутию, и за короткое время он убедил правительство нашей республики, а в то время был гениальный наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Они поняли друг друга, что надо построить новый современный клинико-диагностический центр, ориентированный на сердечно-сосудистую патологию. И они за 3 года построили этот блестящий медцентр. Такого подобного в России не было. Долгое время не было в России. За Уралом, на Дальнем Востоке. И только в середине 2000-х годов начали подтягиваться к нам другие регионы, будем так говорить. Эти люди государственного мышления, они сделали то, что, в принципе, можно было только вот сейчас еле-еле делать. И не знаю, если бы сейчас придумали, смогли бы ли это построить бы. Так, ну ладно, я отвлекся, надо переходить дальше к истории. Вот они... Благодаря этим людям и нашим министрам, Егорову, Местникову, Прокопию Николаевичу Яковлеву, нашему первому директору, Вячеславу Лаврентьевичу, Александрову Томскому Иннокентию, Михаилу Иннокентьевичу, Петрову Валерию Сергеевичу, этот центр стал работать, будем так говорить, в полную мощность, так, как планировали его родоначальники. В 92-м году организовали 4 сентября это отделение реанимации и анестезиологии на 24 койки. В 93-м году мы сделали первую операцию. Это операция на опухоли сердца провел наш врач Олег Сафронович Горохов. И с этого момента мы работаем на 18 коек. Мы работаем на 5 хирургических отделений. Это хирургия, будем так говорить, гастроэнтерологическая хирургия, гепатобилиарная, сосудистая хирургия, отделение урологии и нейрохирургия. Кроме этого, мы оказываем реанимационную и помощь и интенсивную терапию отделению терапии, отделению хронического гемодиализа и отделению гематологии. Все это оказывается не только в плановом режиме, хотя плановый режим отдает большие очень, будем говорить, зоны ответственности, потому что в плановой хирургии люди не имеют права умирать и болеть. Вы спросили о смертности. У нас самая низкая смертность из реанимации, которая существует в целом в
плановой хирургии. У нас смертность 0,4-0,6% в целом держится последние 15 лет. Это, поверьте, очень серьезные результаты. Это все благодаря организации, четкому отбору больных, обеспечению технологий безопасности и ответственности самого персонала в целом. Будем так говорить, отделение у нас состоит из двух блоков. Это чистый блок и интенсивный блок, или, условно говоря, блок реанимации на 6 коек. Там лежат тяжелые больные. Чаще всего это больные, как будем говорить, которые в республике Саха-Якутия лечатся в надежде быть выздоровленными во всей республике Саха-Якутия. Когда я говорю о вот этих 5 наших отделениях и 3 терапевтических, я должен сказать, что им в этих отделениях идут поиски доступности и эффективности медицинской помощи в целом. Это все завязано на высоких технологиях, на сосудах, на головном мозге, гепатобилиарная зона благодаря эндоскопическим вмешательствам, вся гастроэнтеральная группа, урологическая группа, которая с помощью современных хирургических технологий позволяет быстро реабилитироваться больным и не страдать сильно от операционных травм. В этих 5 отделениях, и в том числе в терапевтических, непочатый край работы. Медицина очень динамически развивающаяся отрасль в целом. И если к ней подходить с государственным подходом, ее возможности не ограничены. Не ограничены. Все, что было 10 лет назад, мы лечим легко. То все, что было 5 лет назад, мы не мыслили это делать. Мы лечим таких больных. В 2001 году была пересажена первая почка. Это наши врачи, это наши специалисты. И во многом благодаря реанимационно-анестезиологической службе, потому что здесь не только обезболить нужно, здесь тонко провести, нужно все сложные механизмы реабилитации, будем так говорить, переоперационных, все, что связано с операцией вокруг нее, а потом выходить, иммуносупрессией заняться, надо сделать так, чтобы органы не отошли. И у нас, ну, серьезные будем успехи. Я не хвастаюсь совершенно, но правда, результаты у нас выше среднероссийских. Почки мы пересаживаем родственные. Трансплантологический вообще вектор развития у нас идет достаточно динамичными шагами. Если мы работали раньше с родственными органами, то сейчас началась и кадаверная, трупная трансплантация. И результаты неплохие. С нулевой смертностью идет трупная пересадка. Это результат, который, в принципе, никак не мог просто так взяться. Это большая подготовительная работа, умение коллектива собраться, командная работа. И она привела к своим успехам. Допустим, по почкам мы можем сказать, что за 85 у нас перевалили пересадки совершенно мизерным результатом, отрицательным. 4 пересадки трупной, извините, 3 трупных пересадки у нас в печени прошли с хорошим результатом. Родственная пересадка печени где-то около, да, 12 операций мы сделали. Если мы знаем, что да, кроме того, что мы подобрались к печени и почкам, ну, конечно, в принципе, уже медцентр готов пересадить и сердце. До меня коллеги, наверное, вам уже говорили. Я еще раз повторюсь, что все это в этом отделении делается командным образом, соборным образом. Никогда одиночки не могут сделать то, что
задумано, будем даже говорить, самым талантливым, гениальным образом. Это очень серьезный труд, который трудно оценить ни денежно, да даже его и эмоционально оценить трудно. Его нужно космическим образом оценивать. Если из 64 исполнителей, которые вот 64 человека занимаются в течение 5 дней одной пересаженной почки. Понимаете? Если из 64 человек выбывает один, это сбой может быть непоправимый. Здесь нужен не только контроль, здесь нужно что-то другое. Здесь нужно какое-то чувственное начало иметь. И ответственность иметь такую, которая вот говорит человеку, я занимаюсь уникальным делом. И от меня зависит и от меня, конечно. Общих усилий. Конечно. Дело в том, что реаниматология, анестезиология – это такая специальность, которая позволяет тут же видеть результаты своего успеха, своей работы. Есть романтика в нашей профессии. Мы, если отбросим всю тяжесть работы в этой специальности, ну вы ни с чем не сравните эффект удовлетворения, когда мертвый человек, который должен умереть, оживает после вашей работы. Это ни с чем не сравнимый, будем так говорить, эффект на уровне эмоций, на уровне сердца, на уровне духа. И в работу приходят в большинстве своем люди именно благодаря романтике, которая существует в нашей профессии. Мы должны оживить, спасти больного. В другой профессии такого нету. Когда ты своими знаниями, физическими усилиями и работая в команде, оживляешь человека. Реанимация так и переводится – восстановление жизни. Ну и анестезиология, как наука, она призывает свои ряды очень умных людей. Многие люди приходят в эту профессию, которые хотят испытать себя. И это второе главное. Ну и третье. Когда-то реаниматологи, анестезиологи, так как это сложная профессия, туда не хотели идти люди. В свое время была сделана 15% надбавка, за которым побежали и хирурги, так улыбаясь будем говорить. Вот 15% надбавка сыграла свою роль в свое время в 60-е годы, и люди потянулись в эту профессию. А дальше уже, видя, что это слишком показательная профессия, молодые подтянулись. Но, к сожалению, в последнее время анестезиологи и реаниматологи чувствуют дефицит. Дефицит молодой, свежей, крепкой, сильной, умной крови. Мало идут молодые люди к нам. На периферии, в районах работать некому. В анестезиологи не идут люди, потому что физические и духовные затраты, жалобы больных по малейшему поводу отбивают охоту работать в этой профессии. Но я хочу сказать, что мы надеемся, что самое трудное в нашей профессии заканчиваться будет в 2017-2018 году, а дальше все будет лучше и лучше и лучше, и больные наши будут выздоравливать быстрее и качественнее. Кихи өлү ки тилик кердигар тын бул жаһасыдар кихека бастыкынан тиен дәртте кагалар сулуспа брастырын жон билбет. Бастыкы сухал көмөнү кинилер сатып лахтартан түрген тарган туттуулардан билилахтартан кехлого тутулукта. Олортон бийдестире Жукуске кураттагы сухал көмө станциятын реаниматолог анестезиолог бираха Сергей Христофорович Климовский болар. Сухокеме станциятер жүгүсө көрө кенелердин тогусу болду. Идебинен реаниматолог анестезиолог барасын. Вот биге бригада бит бу жүгүсө көрөккө күнгө сука 2 бригада ойлолибит.
Бубастык немедда бригады, мунны манагатар усе бир, икиш немедда бригады лахбит. Бир бригады бутылеты в основном шоковый гархтар болалар. Улахан олухтургар, улахан сухал терябит гархтаран гтрололибит, сюрак гархтаран, инфаркт, инсульт. Блин, бу са кюхингу кемгэ бу запут улахан арги суга тахар бухалан, раз гархан ахбухаландар. Бригада бутылеты усе бонлолибит, икки кумилы хачи лахбин, маннеги кумилы хачи, маннеги кис кумилы хачи мне. Вот, бехи бригадылар бит Курта станцияга үлеләп төрөтөдән алсын булды. Амбастыкы бригадылар икелеге хилатлы бирчевне бригадылар иде. Онтан бу блинкен билинге халы уже бу А класстагы хаммасына үлеләп бригадылар бит. Бехи бригадылар бит атын бригадылардан уратлар аген. Бехи оборудование бит атын. В основном бехи бит өй хок җыңган генгәдән кехи Сюрреал доктор, вот какие сюрреалы на вот таганга, он кенты матча на ровно угора бурдо они нанты на вот. Не теряли? Ну, при ушибах было. Сейчас обстоятельства происшедшего помните, нет? Нет. Все ясно. В автономном режиме кислородный баллон. Один баллон большой там стоит, маленький вот стоит. Бехи улебит альбир улхамбархайта кальнерттен. Бехи улебит альбир сайын. Хайын тоқы үлебіт, ұрақта бұд ұлыған аңандыры ұғы темірбіт оғылыр, ұлыған жаннар. Но, конечно, тоқ. А так, оқтатынан бұға қоғанылыға 5-6 ұлыған бұғызап тақ бұд. Отын үңірер бұғызап, конечно, әлбақ болады. Отын бұй идаған ән қайдақ бағыла бұқ күнет? Отын мен маңа өсі бәбін туғылан айтаққағы сыл хирудда бұдым. Олық бәті халайын хер болады, олар Олох бәйті кейттен ирдәхіне олар яр, ол ирдәхіне бәйінген табықаста ақтығы олар еністіқан ерлар болайын. Онтан бұл профессия, әр кейі профессия тады, жақтырды, маңнайын тұған алақын? Бұл кейі, бұл үйді қытанық, ханалақ, түрген бұхарынылақ кейіледі. Жақтыр бұл, әр кейі бұл, олықын тұққы оқ. Бұйықы үді Олхан онук жақтарға нәтихінген арақсы бапы бұхи бар астар бұд. Осы әрінемесуыны сұжба Сақахергар түріттөмеді кәдік бейін бесі болы бұйыл. Түгі бағар еметей. Бағара бұд ұрақтар бұд ғаджеваттарын тұхығар. Бұхи ұрақтар бұд ағы иылларын тұхығар. Бағара бұд. Бағара бұд бұхағыңа төбес бұд ұрақтар үшеді тақалларығар. Тұғыны любой бұрас, любой медицина әлеркей бағата олыры болады. Ұрақтарым үреті өрдінер. Мен бәйім жебер опар бартышығы болынды. Два понятия основных – это геронтология, это наука о старении. Она больше связана с научным миром. И второе понятие – это гериатрия, наука о лечении болезней, связанных с возрастом. Понятие геронтологии, оно более широкое, оно связано с тем, как стареть, какие механизмы старения, как противодействовать старению. Вот в последнее время сейчас как раз в основном очень много усилий предпринимается учеными всего мира и медиками по тому, как разработать и, самое главное, внедрить успешно механизмы антистарения. А был научно-производственный центр ревитализации и здоровья Денбу Санкт-Петербурга Терельтегеттегеллагата. А был Терельте история-то Тёрдонгеллагдигинен. Хеттону сылларга бу партия бу дойду бу талаячылара баяннайдарга задача турур бүттеребит. Түргенник бу биги баяннайдар бут ыридактарына, доробилара хахалланнагана, түргенник киллери бу организмдарын восстанови кынарга чөлүгөт төрөлгө препараттар айынген. Олумдук препараттарга бу Владимир Хавинсон ден отчётуга эдер учёный. Военный учёный, бу военный академия тербит учёный. Үлелебит он кини хамандата. Кинлер бу короткие пептиды ден айбыттар ол хакка. Он занимался очень долго как раз разработкой основных препаратов, которые влияют на продолжительность жизни. И вот Владимир Хацкевич, читая лекции нам, приезжая к нам в гости,
как раз и рассказывала об этих основных направлениях. Первое, это, конечно же, как ученые всего мира договорились, это снижение калорийности питания. Второе, это применение антиоксидантов и витаминов. Третье направление, оно относительно новое. Его мало кто знает, и поэтому мы вот стараемся, геронтологи, гериатры, как раз распространять эти знания. То, чем занимается вот наш наставник Владимир Хацкевич Ховенсон. Он бы препараттар бытын, бу агалыкка тенгилер, кинлер, холубр Владимир Ховенсон. Тоғы детерген кинлер, бу тоқ барытта белоктан тұралден. Вообще, бу ке организма тоқ барытынақ үнәйлер, кыллар барытта, организмлар барытта пептиптан тұралден. Бу препараттар отокиха бар органна барыдыгар тугалактар бу. Колбура кихикеллиганы кини ханлык органы эчел битин, ону сүбелетен бит, онна биги барастар катары онлайн конференцияга таксабыт, он опыттаг барастартан киллетен итлагабытсе. Ону бигиха бу, значит, тохтем бар. Комплексное применение ден барастар, оңор бут каталогтары бар. Ол каталогка бу системаннан, ырыларынан барта сурулдага дерхан препараттарына адалар иден. Бу терилте биеха бу жекускай гарни билеген келле, онын бу этергерлы биеги олохтақтар бут, бу тух пара денуука, гамай хайдыбыт чипчалыгар тақсыбыт препараттарынан келен, бу биеха келен посқо бесплатный консультацияланыныт, бағалысты келенет білсеңет биегатегер, сүптәк препараттары талан, бәғіт дұру бәғітін тұпсарық қытын сөп, бәғіт олық құтын ғаты қытын сөп. Мәң қаңыз ұрыныңыр анестезиология ділінеті өсі түгінші 910 сылаға дәрілден өлетін сағала ауыта. Отчылырғы сәбедесейінен Сахар Республикатының өтеуіліғ бірағы Прокопий Катакенов салайыр кемегер түгінші 917 сылаққа медицинскай факультеті бітербіт әдер специалист Роман Плотников дойдутор майтағы кейін балығыға фтезиатр бірағының ананан өлелей келер. Сылы үлелет анестезиолог детін бағалан ұлыстық онына әпетнесте әулеті сағаланыр. Бүкемтеніла Роман Романович қарызды қалбары бәкка, күн бүгінгі дері тағарылақтық маныға әдер көліне бір астырғыр үтеу қолыбыр болан үлелей сылджар. Нары әпетнесте әқтойдық кеге олығы сетиметтің анестезиолог лидер болады. Кенені ұтутан қанды кірі сөптіқ тұрыпқа келдерін ұрыны білбәт. Утюр, он на окемне хюрегает, хюреган тебите давление та тинера кислороден им барда тюспетка на туто Канада, кунга сиреднем тютю бести операции болар, уле кунигар, ти пять несадло воллади, он да ханотан экстерне операциилер, неделя сиреднем он сетте хюбен оркостахкот, чисто от хорак операциилер он оркохок местнене ми барачилар. Биргүлелер коллектива кенниге сылларга билле әдіремсей бетін бәлі тирті ғостық. Оның әдір специалистары Роман Романовы ұдықтан наставник біттен аттылар. Үрін қалаттақ аңнел үлетігір үрдік әпетнестеқ, ұрғықтарғы істің сығыннақ кейхай мақтығығыр ұғылып жөңілің. Бейіттен бұдан аға болан, ұлғам хастақ, бірас болан, әдір бірастақ ұлық жүйе сығыннақ, үшедігі өреттер. Улхан урхан урхтарга улели битерин. Жандомет кашетен опыт паламыт. Бойдер брас болон бары улели жабыт. Майтаа балыга лустар кедлар нагатамнаг ады сүгөгөттен аныгыга эпетир саңа аппараттар турарынулар. Билетен этекка уркут сылга төсүстен такса операция оһуллар эбит боллагана, билеген сылга 900 арас көрүмнөг операция оһуллар. Бу анды дутагы анестезиологтар күндөрүнөн онна беге республика бут анестезиологской службатын биен бес сылатуулар. Онна бири деле актер бүтүн коллегалар бүтүн брастары анестезисткалары, сестрелери, санитаркалары, онна бехөлөлөр текөлөттери барларын ичитик истиңдик агаддалыбын, онда багарабын үлөгатер улахан ситихилери, аныгылы сайдылах технологиялары сахайнаран, тупсаран, ырхакка сыгынга эме үлөлөхөн, онда главное тон олак кутур жоллах болун, на индики битер эреллак бе здравоохранение вот здоровье вот красота была и все да она хайда тут дунден туран агаделивин. Биеге бүгүнгү герой бит Роман Романович тустаг устук летин таханан элден кемигер кохан сурьер. Кини сүрбеттен такса ырга эки кинге автора. Кергене Любовь Семеновна очутал делях, үсогого күн сирин көрдүрөн, билигин сетте сен тапталла хабаты онна хэте. Агатын туяган катаран кыздары Оксана кардиолог детин багалан майтагы поликлиникага барганын үлөлөр. Поздравляю!
Эмчет Береганан, Механгасан, Марина Трифонова, Александр Шады. Кендугарячилер манан бери видин тимуктубит. Эмчет берине хассу ботаксан сарсерда уанчастан көрөргүтүн умнуман. Андагыскы бериге сүрөк тухунан кепсетиакпит. Онно бапуростак боллахатна бахалыста. Бу сүрөн ихер электронный адреска бапуростар гэдин үйтин. Чеген болуң.